нет, не в воротах. Вот это сейвище Сэнфорда. Ну как так? Ну не идет шайба, а? Огромный вопрос, да. Вернулся в состав вратарь Класс. И это радует. И Класс сейчас выручает свою команду. С убойнейшей позиции сейчас бросал Ян Пулис. Удивительным образом сейчас шайба просто не побывала в воротах московского Спартака. И какое-то чудо настоящее. Ну, в этом сезоне не раз вот подобного рода спасения совершал Джефф Класс. Сайт поворотом, но здесь уже очень острый угол, и все-таки Проскуряков успевает среагировать и не пускает шайбу в ворота. Да, вот здесь вот, если бы удалось забить, а может быть вот этот вот как раз эпизод сейчас рассматривают арбитры. Похоже, хотя забить. Минимальное превосходство было команды Владимира Лукина. Отлично сыграл Василевский, и добивание, где шайба? Шайба где-то под Василевским находится. Вот это был реальный шанс у Спартака открыть счет в матче. Аплодисменты, 19-летнему голкиперу. Попытка добить, Зубарев, под бросок Кольцову, щелкает и Джефф Класс отбивает шайбу. Попадает она ему в шлем. Замахнулся Зубарев, но не стал бросать. Новая бригада большинства сейчас у СКА. Тихонов. Калинин предлагает свои услуги. Тихонов отдает шайбу Шипачеву. Шипачев возвращает Тихонову. Тот под бросок выкатывается вновь Сумницын. Добивание! А вы знаете, шайбу засчитывать нельзя, и судьи ее не засчитают. Не пересекла целиком шайба линию. Конечно, удивительным образом. Идет в обыгрыш, Морозов выкатывается из-за ворот. И ах, нет! Ах, трибуны! Что-то невообразимое! Сайванов, Финн спас свою команду. Сейчас будут останчане обороняться вчетвером. Минута до выхода пятого полевого на площадку. И давайте полюбуемся, как атакует ЦСКА и как Аханин спасает свою команду. Сумел он отреагировать.